Всем привет! С вами Арсений, интернет-магазин Tukern и наш новый видеообзор портативного разогревателя RP3TS. Как видим, в комплектацию с портативным разогревателем входят 3 таблетки диаметром 3 см и толщиной 1 см. Входят также в комплектацию 3 ветроустойчивые спички долгого горения и черкаш. Также в комплектации у нас идет металлический таганок, на котором можно положить ваше сухое горючее и подогреть воду или обед в походных условиях. Портативный разогреватель RP3TS запакован в пластиковый блистер, который герметично закрыт и сохраняют сухость таблеток сухого горючего, черкаша и спичек. Сейчас мы посмотрим, как у нас собирается непосредственно сам таганок, и в дальнейшем проведем опыт по времени разогрева воды. Для этого мы приготовили алюминиевую кружку и взяли 250 мл воды. Этого обычно достаточно для того, чтобы разогреть себе чай. Приступаем. Отсоединяем наш таганок. Вот. Загибаем через одну ноги, на которую устанавливается чашка. И по 90 где-то градусов также загибаем части лепестки, на которые будет установлена сама кружка. У нас получилась вот такая подставка для сухого горючего, на которую мы можем установить нашу кружку. Вот, мы установили нашу кружку на таганок. Взяли воды 250 миллилитров. Вот. Распаковываем наш блистер. Достаем одну таблетку сухого горючего. Достаем спичку. И наш черкаш. Размер черкаша у нас также где-то 3 сантиметра на 1, в котором мы сейчас попробуем пожечь сухое горючее. Как видим, спичка подожглась у нас с первого раза, в котором мы теперь поджигаем сухое горючее. Что у нас, в принципе, удачно получилось с первого раза. Далее устанавливаем кружку. И заливаем воду. Кружку взяли алюминиевую, потому что она быстро прогревается. Да и, как правило, многие именно пользуются в походных условиях именно алюминиевыми кружками. Теперь посмотрим, за какое время у нас закипит вода в алюминиевой кружке на таганке. Пар едва заметный. Это, конечно, еще мало для того, чтобы вода закипела.
как видим, вода уже начинает потихонечку закипать. Таблетка у нас уже практически полностью прогорела. Конечно, чтобы кружка воды закипела побыстрее, можно ее закрыть сверху крышкой. Но мы решили поставить эксперимент без крышки. Температура сейчас у нас около 0 градусов в помещении. Как видим, вода уже начала бурлить. То есть, в принципе, можно уже бросать чай, кофе и спокойно пить горячий, бодрящий напиток. В принципе, с одной таблетки мы вскипятили 250 миллилитров воды. По времени у нас это заняло чуть больше, наверное, 5 минут. Как видим, сухое горючее у нас не растрескивалось, не плевалось в разные стороны, как это бывает у дешевых вариантов сухого горючего. Поэтому покупайте только проверенное, качественное сухое горючее. Ну вот, наверное, у нас уже и прогорело сухое горючее. Портативный разогреватель RP3TS, интернет-магазин Tukem. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видеообзоры. Рекомендуем.